На канале RTVI Новости в борьбу за Белый дом вступил еще один республиканец. Бывший губернатор Техаса Рик Перри сегодня выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Он стал 13-м по счету политиком, объявившим о своем участии в выборах 2016 года. Перри известен своими консервативными взглядами. Он уже участвовал в праймерис 4 года назад, но его подвели неудачные выступления на теледебатах. Объявляя о своем вступлении в гонку, Перри пообещал создавать рабочие места и повысить зарплату американцев. Он также дал понять, что будет ястребом во внешней политике и выступил с обращением в адрес президента России. Владимир Путин использует энергию как оружие. Так я хочу сказать ему, если энергия — это оружие, то у Америки будет самый большой в мире арсенал.